أنزلته على الذين من قبلنا عفو عنا واغفر لنا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Мына бүгүн да жок. 2013 жылы убактылуу өткөн мүчөлөрү. Начиная наш митинг Реки, хотел бы от имени членов Оргкомитета по проведению Дня скорби, объединяющий все прогрессивные силы из числа гражданского общества, политических партий, общественных объединений и граждан-патриотов, представителей Чуйской, Талаской, Иссык-Кульской, Нарынской и Баткенской областей Кыргызстана, искренне выразить глубокие слова сочувствия и соболезнования всем родным и близким, погибших во время трагических июньских событий 2010 года в Бошкой и Джалабадской областях Кыргызстана. Прошло 2 года с момента начала трагических событий, унесших по официальным данным свыше 400, а по неофициальным более 1500 мирных граждан Кыргызстана, среди которых были дети, женщины, старики. Сегодня мы собрались на площади Алато, чтобы почтить память погибших во время июньской трагедии. Невозможно без слез вспоминать те июньские дни. Для каждого против своего собственного народа по всей строгости закона. Почему в течение 2 лет следственные и правоохранительные органы Кыргызстана не могут определить истинных организаторов и исполнителей кровавого преступления? Зачем народу власть, не способная влиять и наказывать виновных лиц, не способная слышать и понимать? Сегодня у власти есть еще маленький шанс вернуть доверие народа, стать ближе к народу, научиться слышать и понимать проблемы и чаяния простого народа. Мы все должны понять и осознать недопустимость повторения июньской трагедии. Народ Кыргызстана не делим ни по национальности, ни по вероисповеданию, ни по родоплеменным и клановым признакам, ни по партийной принадлежности. Народ Кыргызстана всегда был толерантным и великодушным. Народ должен не на словах, а на деле стать истинным хозяином своей страны. Власть в Кыргызстане должна служить народу, а не наоборот. Биз ушулардай өмүрдүн акырын көрөбүз деген сөздү оозго алгысы келишпейт. Моралдык укугу жок. Моралдык жоопкерчилиги жок.